Всем привет, как всегда, о простых жизненных хитростях от наших пользователей и не только вам рассказываю я, Катя Пытлева. Поехали! Первый лайфхак пригодится всем меломанам. Вы, допустим, едете куда-нибудь, слушаете любимую музыку, и вдруг звонок. Вам нужно отвлечься, ну или сделать что-то другое. Так вот, куда же деть на эти пару минут наушники, чтобы не держать в руке, не складывать и не разматывать их вновь? Вы можете сделать специальный держатель. Способ номер один. В качестве держателей для наушников вы можете использовать обыкновенную веревку для очков. Продеваете наушники в специальное отверстие и надеваете на шею. Вот и все. Теперь вам не нужно каждый раз сматывать наушники или держать их в руке, когда вас что-то отвлечет от музыки. Второй способ для настоящего лайфхакера. Заменить специальную веревку могут обыкновенные шнурки. Правда, стоят они не намного дешевле. Сделайте держатели для каждого из наушников, завязав простой узел. Собственно, и все. Продевайте наушники в отверстие, и они теперь всегда под рукой. Конечно, не обойдется выпуск без пользовательского лайфхака. За него отдельная благодарность и пакет подарков Дмитрию. Что делать, если у вас под рукой не оказалось жидкости для мангала, бумаги, растопки, ну или чего-то подобного? Вас спасут обыкновенные чипсы. Чипсы великолепно горят, так что, отжалев пару штук из пачки, вы с легкостью сможете разжечь любой костер, даже в сырую погоду, ведь чипсы хранятся в герметичной упаковке. Кстати, на растопку пойдут разные виды чипсов. Проверено. В последнее время социальная сеть Instagram приобретает все больше и больше поклонников, в том числе и на территории нашей страны. Но есть одна загвоздка. Если вы выкладываете свою фотографию в Instagram, вы сохранить ее не можете. Ну, разве что на своем смартфоне. Так вот, я вам могу порекомендовать очень полезную программу под названием Instapod, которая поможет извлечь из Instagram все ваши сделанные снимки и сохранить себе на жесткий диск в хорошем качестве. Для того, чтобы сохранить все ваши фотографии, для начала авторизуйтесь на сайте. Теперь выберите, какие именно фото вы хотите сохранить, абсолютно все или за определенный период. Вы также можете выбрать снимки по хэштегу или скачать фотографии друзей, которые вы лайкнули. Все параметры указывайте в специальном окне. Нажимаете на кнопку экспорта и все, сохранение началось. И на сегодня это все лайфхаки. Присылайте нам свои советы. Мы с удовольствием вас отблагодарим большим пакетом подарков от Тутбай. Пишите e@tutbai.com. На этом все, пока.